У дверей военкомата переживают родные и близкие. Там внутри их сыновей и внуков переодевают в военную форму. Год армейской службы начнется именно с этого дня. 25 июня молодым людям будет присвоено звание «рядовой». Во вторник в торжественной обстановке на военную службу отправили 45 ивановцев. Родители просят не волноваться. Чем живет чадо, можно будет увидеть своими глазами в день присяги. День присяги, день открытых дверей, в части все вас проводит, везде покажет, где кормят, где спит и так далее. Ну и по усмотрению командиров, возможно, с вами отпустят там где-то в ближайшее место побыть, поприсутствовать с вами вашим детям. 10 ребят едут в жаркий Севастополь служить на Черноморском флоте. Это единственная партия за весь весенний призыв. В космические войска ивановцев отправится гораздо больше. Конкретно в этот день на космодром в Плесецк 20 юношей. Настроение хорошее. Говорили, что пойду в МФ, попал в МФ, куда я хотел. В общем-то, рад этому. Постараюсь попасть на корабль. Ну, там как получится. Меня отправили в военно-космические войска. Я хотел морфлот, но попал сюда. То есть войска тоже элитные, хорошие. Я рад, в принципе. Чего хочу я получить от армии? Опыт. В весеннюю призывную кампанию отдать свой долг родине смогут более 1000 жителей Ивановой области. Пока отправлено около 200 парней. Горячая пора начнется на следующей неделе. Каждый день к отбытию будут готовить примерно по 100 человек. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.